Позвольте поприветствовать вас на пресс-конференции, посвященной итогам участия спортивной команды «МАЗ-Спорт-Авто» в ралли-рейде «Шелковый путь-2022». Это заслуженный результат всего сплава трудового коллектива команды «МАЗ-Спорт-Авто», руководителя Сергея Визовича, пилотов Алексея Вишневского и всей технической команды. Дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить за поддержку. Мы это тоже все ощущали, видели. Видели, как внимательно следит страна за нами. Мы старались достойно выглядеть на этой гонке, спортивной гонке, представлять Республику Беларусь. Здесь мы вам представляем хорошо уже вам знакомые автомобили МАЗ-6440, но чуть-чуть с другим внешним видом, как вы привыкли его видеть, когда мы уезжаем на гонки, презентуем его, вы нас провожаете, он выглядит как новый, сейчас он имеет тот вид настоящего автомобиля, прошедшего серьезные испытания, и даже немного лучше, потому что ребята его каждый день приводили в порядок. Мы в этот раз столкнулись с множеством трудностей. Самым главным, скажем так, негативным фактором сказалось то, что у нас, начиная практически с первого этапа гонки, начали взрываться задние колеса и повреждать заднюю часть автомобиля. Если даже сейчас мы видим, даже на последнем этапе мы ее опять повредили. Колесо разрушалось на большой скорости и, соответственно, при разрыве протектора разносило кунг автомобиля, потому что, как правило, разрыв происходил на большой скорости. С чем это связано, мы так до конца гонки не разобрались. Возможно, с высокими температурами, возможно, с какими-то другими факторами, увеличивающими температуру на задних колесах. Во время гонки мы пытались от этого уйти, вносили ряд изменений. Одно из них, вот, например, можно видеть, раньше выхлоп у нас был расположен вниз, мы во время гонки его переделали в сторону. На самом деле чувства, они разные. Первое чувство – это, скажем так, автомобиль как пилоту дает чувство вседозволенности на бездорожье. Он монстр бездорожья, и ты чувствуешь себя, скажем, таким волшебником, перед которым вообще нет преград. Но это чувство проходит или начинается борьба с ним, когда находит фон усталости от тех ударных нагрузок и жары на протяжении длительного промежутка времени. Приходится стараться держать концентрацию и темп, позволяющий вести высокий результат. В этом плане, мне кажется, даже пилоту чуть легче, хотя он испытывает большую физическую нагрузку, потому что он работает с рулевым управлением, больше сконцентрирован. Но у меня всегда был такой вопрос к ребятам, когда мы очень серьезно атакуем, рискуем. У меня всегда было, знаете, такое чувство благодарности, то ли восхищения всем остальным экипажам, потому что у меня всегда был вопрос, что их мотивирует находиться с пилотом, в каком-то степени маньяком своего дела, да, который тут рискует и непонятно, что у него в голове, находиться с ним рядом в кабине на протяжении такого длительного промежутка времени и делать качественно свою работу. Это относится как к штурману, так и к механику, потому что штурман в какие-то моменты для меня тоже загадка, как он умудряется видеть позиции в роутбуке и ориентироваться в пространстве, потому что иногда такая идет ударная нагрузка, что я как пилот вместо одной дороги вижу, ну, в глазах три. Нельзя словами передать, что экипаж чувствует в кабине, не по видео. Мы часто смотрим свои онборды, говорим, нас сегодня так трясло, потом смотрим онборд по видео, так и не сильно вроде трясло, как бы, ну, чуть-чуть трясет, но когда это происходит на протяжении 6 часов, это дает о себе знать, и понять, что происходит, можно только проехав в этом грузовике. Команда у нас существует более 10 лет. Это дружный, сплоченный коллектив, который всегда работает на результат. В то же время активно задействованы технические службы предприятия, технические службы завода. Активно работает коммерческая служба с точки зрения партнерства, финансирования. Да, данное мероприятие, оно затратное, но не дешевое. Но в позитиве это имидж страны, имидж
завода, имидж команды, и мы всегда как бы боремся за победу. Задача максимальная, ресурсов всегда не хватает, техническое развитие движется вперед, и постоянно необходимо надо работать на чуть-чуть на опережение. Поэтому, решая эти вопросы, мы, в общем-то, собираем команду и ставим себе максимальные задачи и достойно выступаем. Технической с точки зрения, конкретно у нашего экипажа проблем не возникало. Мы не останавливались на трассе по техническим проблемам, но вот у Алексея Вишневского такие проблемы были. Еще до брода автомобиль несколько раз останавливался. Это было связано с турбонаддувом, с компрессором пневматическим. Ну и по концовке у нас автомобиль сконструирован таким образом, что заборник воздуха расположен вот в этой части, в передней части автомобиля, вот под этими отверстиями находится сам заборник. И когда автомобиль погрузился под воду передней частью автомобиля, соответственно, вся вода попала в фильтр автомобиля, и оттуда в двигателе произошел гидроудар. Очень обидный, досадный сход за 60 километров на финише предпоследнего спецучастка и, в принципе, там за 160 километров до финиша гонки. Экипаж находился на 4-й позиции. Тоже этой позиции ничего, в принципе, не угрожало, но получилось. Как получилось? Всем добрый день. Ну да, в этом году непростая гонка сложилась для нашего экипажа в целом. Ну и достаточно очень сложный был маршрут. На протяжении 7 дней было очень сложное бездорожье. Не в плане сложное, просто убойное бездорожье. И доставалось и технике, и экипажам. У меня даже возникли на третий день гонки сложности у штурмана. Экипажа просто оторвало сиденье, обрезало болты крепления, и он просто, можно сказать, отвалился. Но мы боролись, старались каждый день, с хорошим настроением выходили на старт и, как говорится, мечтали финишировать достойно, но вот тот злосчастный брод, который нас остановил и не дал нам ехать дальше, потому что там возникла впереди яма в этом броду, и мы просто не знали. Мы, в принципе, делали все точно так же, как и раньше при преодолении брода, но из-за вот нашей конструкции автомобиля, из-за того, что воздушный фильтр был спереди, мы просто захлебнулись и не смогли ехать дальше. Но в целом настроены участвовать дальше и все-таки попасть на пьедестал. У нас хорошие отношения с командой КАМАЗ Мастер. Это, несмотря на то, что это, так скажем, закадычные соперники на трассе, то вне трассы мы помогаем друг другу. Это прямая помощь, например, была и на марафонском этапе, когда нам понадобилась сварка у ребят из КамАЗ-Мастер. Была портативная сварка, мы смогли ей воспользоваться и заварить надстройку Алексею Вишневскому. Это было, ну вот, если один из примеров привести прямой помощи. А в других моментах, когда мы тоже обращались и на биваке, мы пробовали двигаться наш экипаж на колесах другого типа. Мы ставили задние колеса «Континенталь», тоже мы их брали на самом деле в команде «КамАЗ-Мастер». У нас с собой таких колес не было. Поэтому, безусловно, вот я называю просто примеры, которые первые приходят в голову. Такая помощь была. И соперничество на трассе было тоже очень интересным. Но мы всегда с удовольствием гоняемся с ребятами, потому что они на сегодняшний день задают темп, и чтобы соответствовать темпу мирового уровня, нам необходима такая практика.